Мераба, Сейхалы Достлар, добрый день, дорогие друзья! Это проект ЛФБ в Министерстве. Сегодня я вам расскажу о важности Министерства молодежи и спорта Украины. Молодежь Генчлер. Министерство обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в молодежной сфере и сфере физической культуры и спорта. Молодежная сфера – Яшлар Сасы, физическая культура – Беден Тербиесы. Васиет, Ольсем, Мени Коммунез, Украйнамнын Баырна, Мезарымны Казыныз, Кулан Чоль Топрагына, Белеем мен курганын кок сүлде ятканынны. Украина генчлер ве спорт назирлеги. 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 Генчлер. 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 Яшлар Сасы. Яшлар Сасы. Яшлар Сасы. Яшлар Сасы. Яшлар Сасы. Беден Тербиесы. Беден Тербиесы. Беден Тербиесы. Беден Тербиесы. Беден Тербиесы. Спорт Тедбирлери. Спорт Тедбирлери. Спорт Тедбирлери. Спорт Тедбирлери. Спорт Тедбирлери. Ярыш. 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 Спорт ярышлары. Спорт ярышлары. Спорт ярышлары. Спорт ярышлары. Спорт ярышлары. Сейхалы Достлар, Министерство молодежи и спорта организовывает и проводит спортивные мероприятия, а также спортивные соревнования. Спортивное мероприятие «Спорт Тедбирлери», соревнования «Ярыш», спортивные соревнования «Спорт ярышлары». На этом я с вами прощаюсь. До встречи в Министерстве иностранных дел. Корушкенди!